Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. На 4 года может лишиться свободы гражданин Киргизии за незаконное пересечение границы. Иностранец задержан при попытке перейти реку Псоу. Причины массовой гибели голубей в Сочи станут известны в конце недели. Специалисты отправили мертвую птицу в лабораторию. Последний аргумент. В Сочи в магазине «Пятерочка» охранник ударил посетительницу кулаком по лицу. В Сочи стартовала всероссийская тренировка по гражданской обороне. Тема – природные и техногенные катастрофы. Лучшие в стране кадеты учатся в Новороссийске, а накануне они выстроились в стройные шеренги за знаменем верховного главнокомандующего. По такому торжественному случаю в училище принимали и высоких гостей – министра образования России и губернатора Кубани. Все подробности в материале наших коллег из Краснодара. Максимальная собранность, но волнение в глазах. Пронести переходящее знамя президента – честь для любого из этих мальчишек. Перед торжественной церемонией все движения несколько дней оттачивали на плацу. Во второй раз за свою 7-летнюю историю Новороссийский казачий кадетский корпус становится лучшим в России. Сегодня поздравить учеников и преподавателей приехали председатель Совета при президенте по делам казачества, министр образования страны и губернатор. Весомым подарком стали и призовые 3 миллиона рублей. Но самым большим поощрением могло бы стать выступление кадетов в параде Победы на Красной площади. Вениамин Кондратьев попросил Александра Беглова подумать об этом для новороссийских казачат, лучших в этом году в стране. А если вот учитывать, что знамя это сегодня у новороссийских кадетов. Может быть, все-таки можно при вашей поддержке? Леонид Ильич хорошую идею подал. Мы о ней не думали. Но, в принципе, можно подумать. Можно устроить смотр-конкурс на лучшую строевую подготовку. И победитель этой строевой подготовки на Красной площади. Ну, а вообще, конечно, высшая награда будет, помимо знамени, то есть это возможность пройти. Систему образования казачьих кадетских корпусов условно можно разделить на две части. Общеобразовательная подготовка, сюда поступают после 7 класса, и обучение наукам военным. Ведь основное предназначение казаков, как и сотни лет назад, осталось неизменным. В случае необходимости встать на защиту Отечества. Честь здесь ценят превыше всего. Опрятные, вежливые, дисциплинированные, одеты хорошо. Вот, и занимаются делами, а не болтовнёй. Они должны понимать, что их личная жизнь, ежедневная личная жизнь, их поведение, их достижения лежат в основе уважения народа к казачеству. Вот все вместе предки создали славу казачества, а каждый из них несет свою личную ответственность за отношение и уважение народа к казачеству. На Кубани профессиональных казаков готовят в 6 кадетских корпусах в нескольких районах края. Но система обучения будущих атаманов, по сути, начинается еще в детстве. Практически во всех школах региона есть казачьи классы. Дело добровольное, но уже сейчас во многие из них выстраиваются очереди. Опыт Кубани мог бы прижиться и в стране в целом, замечает министр образования Ольга Васильева. Задача какая? Не только воспитание действительно гражданина, патриота. Ведь они начинают в 8:30 и 15:30 заканчиваются занятия. Потом доп. Занятия, дополнительные занятия. Каким они чувством восхищения рассказывают о том, что делают потом. И в спорте, и в музыке, и в танцах. И это все делается на очень высоком уровне. У меня сразу возникает вопрос. Во многих ли школах России мы с вами можем подобное встретить? Сразу отвечаю, не во многих. Если говорить о новороссийском казачьем корпусе, то они второй раз побеждают. Первый раз в 2013 году победили, сегодня в 2016 году. Это большая честь, это подтверждение успеха. Система подготовки казаков на Кубани доказала свою эффективность. Больше половины выпускников кадетских корпусов поступают на службу в армию, полицию и ФСБ. Профессионально подготовленные парни востребованы по всей стране. Из-за этого, к сожалению, часть из них уезжает из региона, замечает губернатор. Образованное казачество должно приносить пользу и своей малой родине. Для этого создаются все условия. Кадеты – это не только будущее казачества. Я убежден, это будущая элита нашего края, нашей страны. Они воспитаны на традициях наших дедов, отцов, на нашей культуре. Посмотрите на этих ребят, у них горят глаза, когда они поют казачьи песни, когда они сегодня выступали, когда они танцевали. Они этим живут, поверьте, они этим будут жить. В этом-то и смысл казачьих школ, казачьих классов и казачьих кадетских училищ. В том, чтобы ребята четко осознавали вот то, что они не без роду и без племени, они потомки великого народа. И их задача эту жизнь сохранить, приумножить и передать своим последующим поколениям. Они это смогут.
Поэтому за ними будущее. Закладывается в обучение принципы, достаточно серьезные принципы. Это уважение к старшим, уважение к труду, любовь к своему отечеству и готовность защищать свою родину. Это очень и очень важно. То есть, вы понимаете, здесь заложены вопросы военно-патриотического, нравственного и трудового воспитания. Имея такие традиции, кадеты Новороссийского казачьего корпуса пообещали стать лучшими в России и в следующем году, оставив переходящее знамя президента у себя. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Артур Завада, Кубань-24, Новороссийск. На 4 года может лишиться свободы гражданин Кыргызской республики за незаконное пересечение российско-абхазской границы. Иностранец был задержан накануне при попытке перейти вброд пограничную реку Псоу в районе поселка Нижняя Шиловка. Житель Киргизии рассказал, что уехал из родной республики на заработки. Сначала работал в строительной сфере в Москве, а затем, получив выгодное предложение, перебрался в Абхазию. Однако вернуться законным путем мужчина не смог. На паспортном контроле в пункте пропуска «Адлер» 45-летнему мужчине сообщили, что въезд в Российскую Федерацию ему ограничен. Иностранца предупредили об уголовной ответственности за попытку пересечь государственную границу вне пределов пункта пропуска и рекомендовали обратиться в дипломатический орган своего государства. Практика по организации разовых пропусков для транзитного проезда по территории России иностранцев, оказавшихся в аналогичных условиях, применяется постоянно. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Он заключен под стражу. Причины массовой гибели голубей в Сочи станут известны в конце недели. Специалисты городского управления ветеринарии отправили мертвую птицу в лабораторию Кропоткина. Научные сотрудники возьмут сразу несколько анализов для точного результата. Напомню, что массовая гибель сизых голубей произошла накануне. В центре Сочи люди в панике наблюдали, как около полусотни птиц замертво падают с деревьев. Мы просили происследовать на вирусное заболевание, в том числе опасное для человека, это как птичий грипп, по бактериальной инфекции, а также исключить человеческий фактор, это отравление на яды ряда фосфидов и других. Специалисты отметили, что птичьим гриппом голуби вряд ли заражены. Еженедельно в управлении ветеринарии поступает информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире. Сейчас Россия свободна от этого вируса, так как перелет диких птиц еще не начался. Если потребуются дополнительные исследования, результаты обнародуют лишь 10 октября. Последний аргумент. В магазине «Пятерочка» на улице Тоннельной охранник ударил посетительницу кулаком по лицу. Видео сегодня появилось в интернете. По предварительной информации, женщина вступила в конфликт с одним из продавцов. Покупательница нечаянно разбила бутылку со спиртным. Ее убеждали оплатить испорченный товар. На помощь коллеге прибыл представитель службы безопасности магазина и решил дело кулаками. Теперь несдержанному сотруднику «Пятерочки» грозит наказание по статье «Мелкое хулиганство». Он задержан полицейскими. К другим новостям. На газораспределительной станции в поселке Дагомыс в четверг пройдет плановый ремонт. С 9 утра до 9 вечера будет приостановлено газоснабжение поселков Дагомыс, Сергей Поле, Уч-Дере, Верхняя Уч-Дере, разбитый котел, Волковка, Альтмец. Потребители просят проверить наличие действующих договоров на техобслуживание внутридомового оборудования. Без них повторный пуск газа будет невозможен. В целях безопасности необходимо обеспечить доступ специалистов Сочигоргаза на территорию домовладения для перекрытия отключающих устройств на вводе. Специалисты компании работают в спецодежде и имеют при себе удостоверение. В России проходит штабная тренировка по гражданской обороне. Согласно заданиям, во всех регионах отрабатываются действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В тренировку включились и сочинские спасатели МЧС. Расскажет Татьяна Говоркова. Учения на базе Южного регионального поисково-спасательного отряда проходят каждый год. Меняется только сценарий тренировки. На этот раз спасатели отрабатывали свои действия при ликвидации последствий техногенного ЧС. Первое задание – эвакуация людей при обрушении здания. Сначала спасателям необходимо отключить ток и газ, а затем, выбив бетонные блоки, проникнуть внутрь здания. Точнее, протиснуться в узкий проем. Все, вот сейчас.
рабочая зона, только вот. Дальше сложнее. С помощью специального оборудования нужно продвигаться по завалам. И здесь нужна не только сноровка и сила, но и психологическая устойчивость. Ведь работать в замкнутом пространстве очень сложно. При обрушении домов особая роль у кинологов и их подопечных. Четвероногие спасатели проходят специальный курс дрессировки по поиску и обнаружению пострадавших. Пока работать в завалах в реальности этой собаки по кличке Мафия не приходилось. Но в ликвидации природных ЧС и в поиске пропавших людей она участвовала не раз. В этом году мы принимали участие в 6 подобных операциях по поиску потерявшихся, пропавших. И результаты по всем 6 случаям есть, конечно, найдены и обнаружены живые люди в горах, в труднодоступных местах, в горно-лесной местности. Также обнаруживали тела погибших, к сожалению. Пока одна группа пробирается по завалам в здании, другая отрабатывает такой же этап на улице. С помощью гидравлических ножниц спасатели поднимают тяжелые конструкции и вытаскивают человека. Важно при этом не травмировать его. По такому же принципу работают и при ликвидации последствий ДТП. Как и всегда, все задания сочинские спасатели выполнили оперативно и слаженно. Регулярные учения дают им возможность чувствовать себя уверенно во время спецопераций. Любые учения – это еще один повод проверить готовность, доработать какие-то моменты, которые, может быть, где-то в повседневной жизни не обращаешь внимания. А вот именно в процессе учений они выплывают, и мы смотрим, и что-то имеем возможность что-то подрегулировать под свои нужды, да, что-то отточить, какие-то навыки свои улучшить. И просто понимать, как это все будет в реальной жизни. В штабной тренировке было задействовано более 300 сотрудников разных служб Южного регионального поисково-спасательного отряда. Помимо отработки действий на своей базе, в районе Красной Поляны был развернут полевой мобильный госпиталь МЧС России. Завтра учения пройдут на улице Донской, там, где хладокомбинат. Всероссийские учения завершатся 6 октября. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В эти дни в Сочи проходит и 10-й Всероссийский психологический форум. В его рамках ученые-исследователи в области педагогики одновременно участвуют в конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2016». Для того, чтобы поделиться опытом и представить свои лучшие разработки, на курорт съехались представители 40 регионов России. Пусть будущее славит поколение нас за труды. Тебя за вдохновение. О, психология, наука. Это не постановка шекспировской трагедии в театре юного зрителя. Все имеет куда более глубокий смысл. Лидия Маркова делится с коллегами принципами и особенностями работы в таком направлении психологии, как куклотерапия. Педагог уверена, правильный психологический настрой – важнейший элемент для успешного обучения детей в школе. Важен более личностные детали, подход к каждому ребенку. И групповая тренинговая работа с категорией учащихся с 5 по 11 класс – приобретает сейчас большую важность, значимость и нужность. Необходимо также не забывать о детях младшего школьного возраста. Согласно новым стандартам, в любом образовательном учреждении в обязательном порядке должна проводиться психологическая диагностика и консультирование учащихся, а самое главное – психопрофилактика, которая призвана не решить проблему, а обойти ее стороной. И в детских садах, и в школах психологи работают. Психологи работают сейчас как бы в стандартах образования. Тоже уделяется очень большое внимание психическому развитию, да? Психологическому здоровью детей. И вот за психическое развитие, за психологическое здоровье отвечают именно психологи, работающие в том или другом учреждении. Специалисты признаются, помимо успешности в обучении, главная задача для них еще в школе дать детям правильные установки, которые послужат крепким фундаментом там не только для их личной жизни, но и для всего социума. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. В Сочи завершилась череда мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека. Я напомню, дату отмечают 1 октября, и с этого дня во всех районах курорта проходили праздничные мероприятия и концерты.
Финальным аккордом стал торжественный прием от главы города в зале органа и камерной музыки. Здесь собрались люди серебряного возраста – учителя, врачи, работники культуры и других сфер курорта. Те, кто отдал профессии и работе на благо Сочи много лет. Пригласили представители общественных организаций. Для собравшихся играл оркестр «Русский сувенир». Звучали поздравления от руководства города. Это сегодня дань уважения людям, которые всю свою сознательную жизнь, все свои творческие, эмоциональные, все свои знания, возможности и знания отдавали людям. Каждый трудясь в своей профессии. Самым активным представителям старшего поколения вручили благодарственные письма, цветы и подарки. Не оставили без внимания и волонтеров серебряного возраста. Они активные участники всех крупных городских мероприятий. Даже в своем солидном возрасте эти добровольные помощники остаются социально активными, участвуют в общественно-политической жизни родного города. День учителя сегодня отмечают в России. Главный праздник для кубанских преподавателей проходит в Краснодаре. Их поздравил губернатор края. Даже находясь сегодня в рабочей поездке на национальной агровыставке в Москве, он поблагодарил педагогов за их нелегкий труд. Результаты в сельском хозяйстве, в целом в экономике нашего региона, в общественной жизни и просто в жизни каждого невозможно без людей, которых мы называем с детства, знаем с детства, это наши учителя. Сегодня день учителя. И, конечно, это люди, которые безгранично преданы своему делу. Я говорю про учителей от самых маленьких сельских школ и до самых больших городских гимназий. Они на самом деле преданы своей профессии, а профессию сделали смыслом своей жизни. В этом году впервые за историю Краснодарского края звание лучшего учителя России завоевал кубанский преподаватель. А 13 региональных школ вошли в топ-500 школ страны. С праздником педагогов сегодня поздравили также в высших и среднеспециальных учебных заведениях Сочи. Так, в Кубанском юридическом колледже к профессиональному празднику студенты для учителей подготовили праздничный концерт. В аудиториях Кубанского юридического колледжа за учительским столом сегодня студенты. Объясняют новый материал и задают вопросы своим сокурсникам. В колледже День учителя объявили днем самоуправления. А в актовом зале учебного заведения студентов и главных виновников торжества преподавателей ждал праздничный концерт. На сцене творческие коллективы города, местные артисты. А студенты тоже подготовили сюрпризы для учителей. К слову, в Кубанском юридическом колледже работают профессионалы своего дела. Целый ряд преподавателей колледжа имеют ученую степень, высшую категорию и почетные награды. Как итог, колледж выпускает высококвалифицированных специалистов. Педагоги квалифицированные, добрые, отзывчивые. Всегда понимаем студентов, у которых возникают какие-либо проблемы. Стараемся им помочь на раннем этапе становления личности как таковой в нашем колледже, ну и же когда они заканчивают этот колледж. Надо сказать, большое внимание в колледже уделяют воспитательной работе. Важное место занимает должность преподавателя-куратора. Особенно он необходим первокурсникам. Что касается наших преподавателей, то это действительно преподаватели с высоким стажем. С очень высоким стажем причем. Они очень профессиональные, находят язык практически каждым студентом и готовы помочь практически каждому. Не обошелся День учителя в колледже и без церемонии награждения. Все педагоги учебного заведения получили грамоты за добросовестный и такой важный труд. Отметили и учредителя колледжа. В учебном заведении решено открыть клуб спортивных единоборств «Скорпион». В связи с этим городская федерация кикбоксинга вручила Ирине Скляр благодарственное письмо за вклад в развитие спорта города Сочи. Ну а завершился праздничный концерт церемонии вручения дипломов государственного образца студентам-заочникам. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи дан старт федеральному фестивалю «Театральный Олимп». Он проводится в нашем городе 6-й раз под патронажем главы города Сочи. А накануне состоялась пресс-конференция. Организаторы рассказали, кто в течение 7 дней будет блистать на сцене Зимнего театра.
В Сочи приехали 7 репертуарных театров из Иркутска, Ярославля, Республики Саха-Якутия, Новошахтинска и Москвы. Театры, которые хотят показать себя успешными и в творчестве, и в менеджменте, будет оценивать профессиональное жюри. Свою оценку дадут и зрители, даже самые юные. Спектакли будут проходить ежедневно в течение недели, а в субботу и воскресенье не только вечером, но и днем. Эти спектакли для сочинской детвары. Практически театры, которые присутствуют на театральном Олимпе сегодня, они уже прошли определенный барьер. Они соревновались, вступили в конкурсное взаимодействие со своими коллегами в регионе, и от региона избирался один театр. И вот театры, которые были избраны в результате этого конкурса, они приезжают к нам на фестиваль. Наши жители города, наряду с гостями города, сегодня профессионально определяют себя по разным жанрам культуры, активно участвуют во всех наших культурных праздниках. И, конечно, это дает и нам, властям города, желание все больше и больше работать над этими проектами, потому что это во имя человека и ради человека. И мы этим гордимся. Спасибо вам большое и желаю театральному фестивалю удачи. Удачи в сезоне 2016 года в Сочи. В Сочи стартовало одно из самых масштабных ежегодных всероссийских соревнований в детско-юношеском спорте – 15-й детский турнир по регби. В этом году мероприятие бьет рекорд по количеству команд-участниц. На этот раз их в Сочи собралось 48, и это впервые. За главный кубок турнира до конца этой недели будут бороться 12- и 13-летние регбисты из 15 регионов России. Практически полсотни детских команд, участвующих в турнире, это еще не предел. Регби набирает обороты и развивается во всех регионах. Способствует этому и специальная программа Федерации регби России. У нас существует программа, которая называется «Get into Rugby». В русской транскрипции это «Займись регби». Федерация приходит в регионы. Я очень надеюсь, что те ребята, которых мы сегодня видим на турнире, пройдут немного лет, и они пополнят наши сборные команды. Важен турнир для развития регби непосредственно в Сочи. Здесь этим видом спорта 100 юных горожан занимаются уже целый год. И теперь, отмечают наставники, всероссийские детские соревнования на курорте – это второй стимул для городской команды. Первый – ставшие на курорте традиционными матчи чемпионата Европы. В ноябре одна из сильнейших команд России, Енисей, тоже приедет в Сочи, чтобы провести очередной матч по регби. Поэтому, уверенно мы говорим, Сочи включился в такой прекрасный вид спорта, как регби. Мы его развиваем. Город Сочи – идеальная площадка, конечно же, для развития спорта в целом. Здесь сомнений никаких не возникает, что не последний раз этот кубок здесь проводится. Для самих участников турнира эти соревнования первые в жизни, но страсти на поле кипели нешуточные. Юные медведи настроены проявить весь свой потенциал. Это, наверное, мужество, так как в футболе, ну, знаете, бывает там симуляция, а тут как бы нет, все по-настоящему жестко, сильно. Это как в футболе говорят, что футбол – это 90 минут притворства, что у тебя что-то болит, а регби – это 90 минут притворства, что у тебя ничего не болит. Команды попались сложные, ну, надо выигрывать, да. Готовились к этому целый год. Вкладываться на все 100%. Из регбистов вырастают настоящие мужчины, уверены тренеры. Но помимо этого здесь ребята развиваются интеллектуально. Они анализируют и придумывают комбинации. Кому это удастся лучше всех, станет известно 9 октября. Кубок турнира победителю вручат в воскресенье. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Дагестанский «Тамада» в Сочи сегодня отмечает день рождения. Это дегустационно-выставочный бутик, открывшийся год назад на улице Воровского, 60. Торжественное открытие дегустационно-выставочного бутика состоялось год назад. Тогда в нем принял участие глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. И вот уже прошел ровно год. За это время сочинцы и гости курорта смогли оценить высококачественные напитки из Дагестана, всю продукцию вина коньячных заводов. Это у нас идет Дербентский завод игристых вин, завод Дзив и завод Избербаш. Три завода,
большой ассортимент, большая разновидность цен. Можно прийти попробовать коньяк на дегустации, что-то для себя подобрать. Пусть это будет 3-летний, 5-летний выдержанный коньяк. То есть я считаю, что каждый покупатель сможет найти здесь любую продукцию на свой вкус. Дагестанский тамада в Сочи привлекает внимание своей яркой вывеской и местом расположения в центре города и в первую очередь продукции солнечного Дагестана. Это разнообразные вины, коньячные напитки, а также черная каспийская икра. Все поставки напрямую с заводов-изготовителей. Обслуживание премиум-класса, порой именно здесь деловые люди курорта проводят переговоры или подписывают важные договоры. Но выбирают этот магазин в первую очередь за качество, поэтому постоянные клиенты уже есть. Ну и ценовая политика вполне реалистичная. Этот замечательный магазин, который находится рядом с нами по соседству, которым такой замечательный персонал обслуживающий. Поэтому все нравится, все устраивает. И цены, и качество, и обслуживание. Приятные сюрпризы покупатели делают тут же, приобретая изделия из кубачинского серебра. Авторские работы, единственные в своем роде, уникальные, изящные, станут достойным украшением для любой женщины. Здесь же и посуда, серебряные столовые приборы. А эти сувениры – настоящие подарки для мужчин. Выставочно-дегустационный зал «Дагестанский тамада» в Сочи работает с 10 часов утра до 22 ежедневно по адресу Воровского, 60. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.